Ну что ж, здравствуйте. Как и обещал, сейчас покажу проектор свой, так сказать, в разобранном состоянии. Вот, я не знаю, лет 5 прослужил мне, и что-то он, то ли перепады света были, то ли что он 2 раза у меня выключился. Я его решил разобрать, так сказать, и глянуть, что с ним происходит. Так, все работает, все прекрасно, матрица везде все работает, лампа светит. 2 раза сегодня выключался, но ветер был сильный на улице, может, из-за того, что какие-то были обрывы, там, я не знаю, перепады. Вот это у меня, так сказать, дома в селе. Сейчас, секунду, рукой закрою. В селе, так сказать, домашний кинотеатр получается. Не знаю, видно, не видно, снимаю на телефон. Там динамики, тут центральный стоит. Вот так оно. Все как бы кресло с машины, с москвича. А вот столики, но это пока сейчас все временно. Так, ну в итоге что разобрал, потому что начал греться очень сильно провод. Сейчас. Вот, провод начал сильно греться. Но он очень тоненький какой-то, блин. Я не знаю, это я походу его ставил, и он мне так с полгода на этом проводе работал. Блин, он буквально минуты 3, и он уже, блин, греется нормально. Вот. Я сегодня поставил немножко потолще провод. Тоже ж компьютерный, но он, блин, у него сечение немножко больше. Вот. А так теперь смотрим, что он у меня здесь в разорванном состоянии. Так, ну это, так сказать, панель управления, вот кулера. Полностью тушится. Все, кулера стали на матрицу. Так, здесь так работает 12 вольт, так работает 5 вольт. Не знаю, никогда не включал, они у меня всегда на 12 вольт стоят, что на лампу, что на это на матрицу, это на лампу основные кулера. Так, теперь, ну, непосредственно сам объектив. Не помню, какой индустер, 32-й, кажется, или 57-й, 32-й, кажется. Так, сейчас его закроем. Ну, матрица. Матрица со стандартной пятнашки. Видно, не видно. Так сказать, вставлена в развернутом зеркальном и перевернутом вверх ногами изображением. Потому что уже объектив, как вы уже все поняли, разворачивает и переворачивает. Так, ну здесь что у меня сейчас немножко на виду. Во. Питание от монитора. Пакетник. Чтобы если что, чтобы выбил. Так, питание на лампу, металлогалогеновая лампа. Так сказать, блок подпала или что. Бля, я уже забыл, как эта херня называется. Ну, короче, и к ней чип-конденсатор, пусковая, короче, установка. Это от нее типа идет трансформатор. Так, линза Френеля. Он, как вы видите, ага, моргает. Вот это единственная эта лампа. Иногда видно, короче, на слишком серых таких участках видно, как лампа немножко, ну, мерехтит, так сказать. Но это бывает редко, но есть. Бывает. Вот линзы Френеля стоят. Вот, на минимальном расстоянии от матрицы. Вот, теперь сама лампа вот стоит. Вот стоит с, как его, блин, ну, стекло стоит, жаропрочное, так сказать. Все в фольге, все вроде защищено. Сверху вытяжка основная, здесь стоит такой тот самый на вдув, и с той стороны на выдув стоит, чтобы был проточный воздух. Основной кулер стоит под лампу, основной воздух выдувал, и на каждую из вытяжек там и там стоит по кулеру, один на вдув, второй на выдув. Здесь основная решетка стоит, чтобы этому кулеру хватало здесь входы, что этот воздуха на охлаждение матрицы. И там сейчас наведусь, не наведусь, питание там вдалеке, а там аж на
кулера. В принципе, конструкция большая получилась, ну как первое, что можно было вот это расстояние уменьшить до вот этого, допустим, он бы уже был бы ниже, потому что все питание, все помещается на меньше. Ну вот, как бы, как-то так. Вот. Ну, покрывает. Не знаю, я буду другой проектор делать. Вот, он буквально он доходит где-то вот. Вот это вот расстояние до конца не доходит. Что здесь, что здесь. То есть, ну, так как бы квадрат такой. Вот, стены у меня все черные, зеленые. Штора там висит, но это временно повесил, или временно, или не знаю. Ну, а так все стены черные, потолок весь черный в пленке. Ну, не знаю, надо, наверное, тоже такое что-то не пленочное, чтобы не отражал. Вот, а так, сейчас встану. А так вот он в таком разорванном состоянии. Все, всем спасибо.